Всем привет, с вами канал Правильный Выбор. В этом видео речь пойдет про саундбар Samsung HWT420. Подпишитесь на канал и активируйте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. О лучших ценах и актуальном наличии вы узнаете из подборки ссылок, ее оставлю в описании. По окончании переходите в комментарии, там вы можете поделиться мнением и не забывайте ставить лайки. Саундбар Samsung HWT420 отличается оригинальным интересным дизайном, поэтому хорошо впишется практически в любой интерьер. Данную модель можно без проблем подключать к телевизору, создав домашний кинотеатр и получая максимальное удовольствие от просмотра любимых фильмов и сериалов. Устройство выполнено в классическом черном цвете, который может понравиться как мужчинам, так и женщинам. Набор включает в себя панель с двумя динамиками и один сабвуфер. Модель изготовлена из прочных материалов, она обладает компактными размерами, за счет чего не придется выделять большое количество места для ее размещения. С 2,1-канальным саундбаром и 6,5-дюймовым сабвуфером вы ощутите всю мощь и глубину низких частот окружающего вас звука с более широким диапазоном звуковых частот. Теперь вам не нужно иметь несколько пультов дистанционного управления. Управляйте с помощью одного пульта дистанционного управления вашего телевизора основными функциями саундбара, такими как мощность, громкость и звуковые эффекты. Саундбар автоматически анализирует сигнал от ваших источников и оптимизирует звук с учетом особенностей контента. Смотрите ли вы спортивную передачу с оглушительным ревом трибун или слушаете диалог действующих лиц в спектакле, вы можете рассчитывать на то, что саундбар обеспечит наилучшее качество звука для просмотра данного сюжета на экране телевизора. Подключите игровую приставку и насладитесь удивительным звуком прямо сейчас. Автоматическая оптимизация звука в игровом режиме позволяет устранить звуковые помехи, благодаря чему вы будете слышать четкий звук с нужного направления, что поможет вам стать победителем. Просто используйте Bluetooth для подключения саундбара к вашему телевизору и наслаждайтесь просмотром вашего любимого контента. Проанализировав отзывы, я выделил основные негативные и позитивные моменты, сейчас поделюсь с вами, начну с отрицательных. Нет управления по HDMI. Невозможно настроить универсальный пульт. Не работает нормально управление по оптике. Неудобное расположение кнопок управления на колонке. Теперь перейдем к положительным. Звук хороший. Простой и легкий в использовании. Дизайн нормальный. Пульт удобный. Вменяемая стоимость. Удобство монтажа. Чистый объемный звук. Мощный бас. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. Жду ваши лайки и комментарии. До скорой встречи на канале «Правильный выбор».